Я Реанур и решительно желаю здоровья, а также прекрасного настроения всем смотрящим данное видео. Итак, очередная серия летсплея по игре Кенши. Уже 0.74.30, в которой просто добавили несколько багфиксов. Мои рабочие вроде, вернее, не рабочие, а вояки вроде как немножечко выздоровели. Поэтому время их отправить, ну, по возможности, на тренировку. Может быть, кто-то недотренированный остался, мало ли. Вот, и заодно, чтобы они прикрывали наших работяг, которые время от времени работают, а время от времени не работают. Например, почему ты не работаешь? Инвентарь пустой здесь. Да, на вот такое вот бывает, что просто вот не случается. Мне кажется, либо не хватает выхода руды, что она просто не успевает. Шахта помогать, отрабатывать. Походу, да, походу не успевает одна шахта справляться вот с, при производстве стали на ускоренном режиме. Так, ну что ж, давайте посмотрим на наших воинствующих товарищей, прежде чем заниматься основной деятельностью, да, посмотрим их статус. Например... Угу. Здесь уже тренировка некая не нужна. Не нужна, не нужна, не нужна. А нечему им тренироваться, однако. Так что можно спокойно тогда просто их здесь оставить, пускай здесь стоят. Выключить только у них блок, естественно. И переключить нормальный режим чейза, чтобы, если что, они тут занимались делом. Голозадые воинствующие. Хотя, может, их заняться действительно делом, а? Вот тут есть дело, которым им, наверное, надо заняться. Пускай хотя бы по чуть-чуть, да, начнут работать, ну, с фермерским хозяйством, пока нет основного персонала. Ну, хоть чего-чего, а ресурсов добыть первоначальных уже могли бы, наверное. Тем более, что собак вроде тьфу-тьфу. Собаки перестали спауниться за оградой. Вроде как... И меня это очень-очень сильно радует. Так, ну-ка идите сюда. Так, и, например, Сота. Сота будет заниматься вот здесь работами. Стик будет заниматься здесь работами. А Фиш будет заниматься работами вот этим колодцем, да. Просто натаскаем, на всякий случай, может, воды пригодится побольше. Вот, меня сейчас интересует, естественно, в первую очередь хэмп. Ну, вот как-то так. Четыре колодца запустили в работу. Думаю, этого будет более чем достаточно. Да, пока нет воды. Сейчас Фиш в первом попавшемся колодце возьмет. И понеслась, понеслась работа вовсю. Кстати, здесь только один рабочий, да, может работать? Да, только один рабочий. Так, Фиш что делает? Ага, обрабатывает колодцы. Кстати, я так смотрю, я просто так сразу их всех взял, да? Ну-ка, давайте-ка всех отправим. Я у них, наверное, у всех тогда отключу работы с колодцами. Угу. Вот. Попробую, сможет ли одна Фиш управляться со всеми колодцами. Вот так вот я их всех прокликал. Если хоть в одном колодце появится вода, например, вот здесь появилась. И Фиш, не хочешь ли? Так, так, и к какому колодцу ты побежишь? Угу. Начала перетаскивать воду. Надо посмотреть, у кого-нибудь бэкпэк вообще еще остался в инвентаре. Свободный. А то так она по одной тягать будет, конечно, долго. Но, тем не менее, вот здесь как бы вода должна сейчас будет набираться. И здесь воды еще море, да. Так, по одному сундуку она будет тягать, конечно, долго. Так, где у нас тут, вот, кажется, там был сундук. Ну-ка, давайте его глянем. Я вот не помню, кажется, какой-то сундук у меня все-таки оставался. О, да.
Ага, пустой сундук. Понятно. То есть сундук у нас, к сожалению, пуст. Ладно, тогда фиш. По сути дела, она обрабатывает только одну. Один колодец. Но думаю, если был бы у нее бы сундук действительно за плечами, сумарь, то процесс бы пошел быстрее. Так что давайте Никона тоже, наверное, отрядим в таком же режиме. Обрабатывать. Потому что... Пускай просто не тягает воду, пригодится, думаю. Вода пригодится однозначно. Конечно, они сейчас будут подтупливать немножко, но... Ну чё, чё ты бесцелен? Вот смотри, тут же есть что-то тягать. Не? И место в инвентаре у тебя есть. Ладно, немножко подглючивает, видимо, система все-таки. Вот, Сайн, ну подойди ты сюда, вот подойди. Подойди. И? Давай. Ага, пошел. Пошел тягать. Тоже. Нужно руками их, видимо, к какому-нибудь колодцу перетянуть. Прям совсем близко поставить. Тогда они растормаживаются и начинают действовать. Вот, и Рипс сделай то же самое, пожалуйста. О! Понеслась. Так, и вернемся все-таки действительно к нашим инженерам. Ну, по сути дела, к нашей элите. А кто у нас остался? С рюкзаком. Рюкзака? Ни у кого ничего не осталось, правильно. Поэтому наша задача сейчас флешбок, значит, закупил, насколько я помнится, мне в прошлой серии. Давайте флешбок действительно начнет первый, да, закупать технологии. Так, что у нас там по времени? Время 21.46. Честно говоря, все закрывается. Как не вовремя это все происходит. Так. Ну-ка, проверим еще на всякий случай. Already known, already known. Да, это мы все знаем. Все знаем, все умеем. Да что ж я все время Tab жму, а? Когда нужно клавишу I нажать. Ага, теперь выйти вот ты не можешь. Ну, давай, потренируйся хотя бы в открытии замка. Да. Придется, видимо, перемотать время. Давайте перемотаем. Дождемся утреца. Так, как дела у нас их? У наших фермеров-то? Ну, потихонечку, смотрите, начинается на ферме быть хорошее производство. Но только вот, кстати, эти что-то товарищи приостановились. Интересно, а вот оперейтинг им нужно включать или достаточно хаулинг включить? Очень интересно. И вниз промотать, кстати говоря, нельзя. То есть вот такая вот телега, что вниз промотать нельзя. Я более чем уверен, что тут еще есть что-то. Ну, конечно же, есть. Но тупняк дело такое серьезное. Давайте попробуем еще раз прокликать. Тудым, 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 тудым. И. Да, вот иногда подвисает все-таки искусственный интеллект. Когда особенно много чего нужно сделать. Ну, ну же, давай, давай, я в тебя верю. А, Сайент уже работает. Нормально, зря я ее дернул. Так, Рипс. Рипс работает. Никон. Никон балду пинает. Так, ну-ка. Так, есть, завели Никона. И фиш. Заработали. Что у нас тут уже по воде? 87 уже бочек не натягали. Молодцы, молодцы, ребята. Работайте. Так, я кондиционер выключу, а то он что-то кряхтит, пердит. Это же... И мешается. Ну вот, застряли. Ну давай, давай. Ты можешь, я в тебя верю. Угу. Сайн зависла. Да, время от времени на такой работе они, видите, подвисают.
к сожалению. Ну, может, из-за того, что много воды, они успевают выковыривать ее. Может, из-за этого тупняк. Хотя вот, пожалуйста, здесь же есть вода. Ну, давай, давай. Не желает из этого тягать. А ну-ка, если инвентарь. Вот так. О, почему у тебя 3 аптечки? Непонятно. Почему-то 3 аптечки. А так, 2 бочки влезет? О! Ну, как-то так. Да. Как-то так. А, утро уже наступило, и можно посмотреть все-таки. Значит, да, первый у нас флешбокс. Город должен был... Да, что ж ты будешь делать? Не все никак. Инвентарь нам особо не нужен. Ну что, выпустили нас на улицу, нет? А, на паузе же все. Все, выпустили. Выпустили на улицу, наконец-таки. Так, наша задача, значит, собрать как можно больше рецептов с этого города. Везде, где только можно. Значит, здесь мы уже побывали. Так, здесь у нас что? Непонятное здание. Это на съем, понятно. Уже понятное здание. Так, вот здесь мы еще не были. Ну-ка, флешбокс, давай-ка иди сюда. Проверь-ка эту лавочку. Хотя, может, и были. Может, и были, но я, во всяком случае, не запомнил. Открывай. Энь! Ну что ж такое? Что еще? Открывай! Открывайте! 7.22 еще рано, типа, работать. Ладно, давайте еще чуть-чуть промотаем время. Так, F4. Ждем. Ждем открытия магазина. 7.40, 7.48. Интересно, во сколько они начинают работать все-таки? 8 или... Или как-то иначе это все происходит? Ну, 8 и... И еще рано. 8 не открывают ворота магазина. 8.40. И не открывают. 8.50. Так, ну 9-то уже точно должны открывать, а? Ага. Наконец-таки. Наконец-таки открыли. Хм. Кто-то там прям там стоит. Так, ну запустите меня внутрь. Пожалуйста. 2 каунтершопа. О, вот это интересно. Ну-ка, откроем-ка сумарек. Большая сумка появилась просто для разгрузки. Так, и давайте в эту сумку напихаем еще одну сумку большую. Вот. Чтобы у нас было побольше таких сумок. Даже не знаю, стоит ли брать еще одну такую сумку. Но она дешевенькая. Давайте тоже возьмем и такую сумку. Вот так. Потратим, конечно, на это деньги. Но что делать? Так, ну меня, конечно, интересовало больше не это. Меня интересовало больше... Я все время, кстати, ставлю на паузу. Не зря, потому что я тогда могу проконтролировать. Так, это известно, это известно. Известно, известно. Да, в этом магазине мы все взяли, что могли. И последний прилавочек, давай-ка. Да, ставлю на паузу, чтобы время просто не шло. Не проматывалось. Так, здесь тоже все известно. Хорошо. Этот магазин полностью обследовали. Так, этот магазинчик. У них там это не магазин, понятно. Таверна были. Бронник. Пошли к броннику. Давай, флешбокс. Беги к броннику. Посмотрим, какую броню мы сможем выучить. Самые тяжелые рецепты, самые дорогие мы уже, конечно, приобрели. Это самое главное. Флешбокс, ты где там? Где тебя носят? Флешбокс, ты где? Бежит. Давай, давай, давай. Да, здесь есть бронник, еще есть оружейник. И в принципе... И вот там еще трейд написано. Скорее всего, это работорговец. У работорговца вряд ли какие-то рецепты будут. Но тем не менее, заглянуть там просто одним глазком глянем. И все. Ну давай, 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 чуть-чуть, постарайся, постарайся. Потому что еще другим торговцам нужно все собрать, все знания. Давай,
Так, смотрим. Не знаем. Ого, 11 тысяч. Да, тоже надо. Так, Heart Protector уже знаем, уже купили. Samurai Claws Pants надо. Mercenary Plate надо, но денег не хватает. Да, ребят, несмотря ни на что, мне все-таки еще есть. Кончились деньги наши внезапно. Так что наши господа. Всего лишь Heart Protector. Чё такой дорогой-то, а? Надо будет зарабатывать еще больше денег. Я так чувствую. И вырабатывать рецепты. Ладно, попробуем нанять хотя бы рабочих на оставшиеся 5000. Это, ну, будем нанимать тогда опять не всех подряд, да, а только голодранцев, если такие будут. Надеюсь, такие будут. Так, есть тут голодранцы. И есть кто? Так, эти в обуви это уже не голодранцы. Ты, скорее всего, торговец, да? Да, это Берман. Бармен. 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 Тьфу ты, елки-палки. Так, в этой таверне нам ничего не светит. Где вторая таверна? Так, заодно заскочим в трейд, чтобы уже... Хотя, опять же, каждое обновление тут все меняется. Заскочим в трейд. Вон, кстати, видели, сейчас денежка соскочила. То есть время от времени местные жители покупают еду. Так что чувствую, что в скором будущем, скорее всего, и наши... Ну, флешбокс. А, ой-ой-ой, так, стоять. Стик, ты на ферме была, иди на ферму обратно. Тут и ёлы-палы, чуть было не было. Угу. Эти опять столпились, ладно, ерунда это все. Потом разберемся. Так, флешбокс. Флешбокс не закончил свои работы, свои покупки. Во всяком случае, посмотреть на это стоило. С этим товарищем пока поговорить так и нельзя. Ну и ладно. То есть работорговля пока не реализована по-нормальному до конца, насколько я понял. Но по слухам, в рабство все-таки захватить могут. Так, ага, вижу кандидатов. Так, ну-ка. Stayerfast, да, пойдешь. Угу, пойдешь. Подтверждаем. Вот наш первый работяга, будущий. Так, кто у нас еще здесь есть? Вот еще вижу явно голодранца. Ну-ка. Флик. Флика у нас еще не было с таким именем, так что пойдет. Мужиков я особо так никак не настраиваю больше. Если то есть девочка, тогда еще я там заморачиваюсь. Если мальчик, то ну какой смысл? Так, и бармен это явно... Ага, у тебя обувь есть? Есть обувь, это тогда не подходят нам такие. Народ в обуви не подойдут. Так, ну пара работяг есть, это уже прекрасно. Будущих. Это хорошо. Так, посмотрим, что у Реонора в городе творится. Ну, в смысле, в том городе, в котором он находится. Да, пока с покупками рецептов придется отложить до лучших времен. А вот нанять новых ребят попробовать стоит. Так что давай, теперь твоя очередь. Ну и Ханбу, кстати говоря, тоже пускай пока в ближайшую таверну идет. У торговцев делать нечего. Так, вот здесь таверна есть. Давай, иди сюда. У него, кстати говоря, ближе всех, так что давайте с него и начнем. Вот прям здесь. Так, кто здесь есть? Есть один голодранец, прекрасно. Ханбу, ну-ка, поговори с ним. Дабл. У нас такого еще нет, товарища. Да. Подтверждаем. Так, игра. Не вылетай, только не вылетай.
Ой, спасибо большое, игра, что не вылетела. Так, быстренько сохранимся, быстрое сохранение сделаем. Так, один бармен. Все, здесь ханбу ловить нечего. Так что ханбу топает в следующую таверну. В городе хотя бы по две таверны есть, и то очень сильно радует. Хотя, что-то я вот смотрю, в этом городе точно ли две таверны? Одна вот была точно таверна, а вторая есть. Есть вторая таверна, так что, ханбу, отправляйся пока в эту таверну. Посмотрим, что у Рейонора в таверне. Как дела? Так, кто здесь? Не подходишь. Не подходишь. О, подходишь. Ну-ка. Да, еще раз повторюсь, я чисто по голым ступням определяю. Если голые ступни, и он не стоит за прилавком, то это, скорее всего, как раз-таки Метару. Это как раз-таки один из тех вояк, да, которые присоединяются за 700 денег всего лишь навсего. Это, то есть это копеечное вложение, которое как раз нам... Мы себе позволить можем. Кстати, иногда вот такие бойцы стоят снаружи, например. Зачастую такое случается. Ларс. Да, точно такой же бродяга. За 700. Подтверждаем. Хорошо. У нас уже получается 6, да? 6 новеньких. Нужно будет развивать бизнес. Нужно будет делать кого-то кузнецом там и так далее, и так далее, и так далее. Вот, так, одну таверну мы обошли, и давай вторую таверну иди, и посмотрим, что у ханбу сейчас творится. А, только пятерых наняли. Так, здесь в таверне, вот смотрите, ну ради просто, так, что такое? Я с ними даже поговорить не могу, или что? Что такое? А, это просто горожане. То есть это даже не наемные силы, это просто горожане, которые теперь стали ходить по тавернам. Как интересно. Ну, именно, да, именно они и закупаются. Хотя вот наемник, я вижу, идет. Но здесь ханбу больше ничего особо не светит. Это я уже понял. То есть осталась надежда на последнюю таверну, в которую зайдет Рейонор. Может быть, там еще кого-нибудь найдем. Угу, есть. Ну-ка. Да. Пойдет по рукам. Этал. Такого бойца у нас тоже нет. С таким именем. Так что пойдешь. Пойдешь к нам в работу. Будешь нашим, не знаю, кем-нибудь. Может, ткачом, может быть, еще кем-нибудь. Кем-нибудь будешь. Может, на ферме поработаешь, может, воду потаскаешь. Хотя с водой, наверное, вояки сами справятся. Так, и вот это вот, смотрите, это бармен однозначно, да? Да, стоит за стойкой. А вот если с таким поговорим, товарищем. А, это пластический хирург даже. Ну-ка, а вот с таким. Ну, это уже совсем явно одетый. Че, еще один? Два пластических хирурга? А, нет, это страж. Горожанин. Ну, бывает, короче говоря, иногда просто бойцы, да, вот, тоже для найма, но они с голыми пятками. Не с голыми пятками, на них что-то одето. И это уже означает, что... Данный товарищ есть никто иной, как уже не боец, а, ну, в смысле, не голодранец, а конкретно боец. Так, я вот всех выбрал, да, значит, я, вернее, переключусь, наверное, на воркеров, на работяг, да. Теперь возьму всех наших, ну, сейчас просто они в инженерах находятся, и всем прикажу просто бежать сюда, да. А, всем выставлю единственное, что чейс отключу. Блок включить всем. Пассив всем включить. Все. И бегом сюда. И теперь наши товарищи прибегут со всех окрест. Прибегут, надеюсь, к нам домой. Так. Ну и давайте посмотрим за этим процессом. Работает ли или нет. Не работает. Слишком далеко. Видимо. Так, а почему не сработало? Мне так не нравится. Так, вообще хоть кто-нибудь передвигается? Интересно. Да, флешбокс пошел. Ну тут, видимо, потому что близко, да? Стейрфест и флик пошли. Дабл. Как у тебя дела? Да, дабл никуда не пошел. Метару.
Где ты? Короче, всех придется как-то по отдельности стягивать. И все-таки ввести их бригаду. Ну, то есть по очереди их разводить. Ладно, что-нибудь придумаем. Собрались в кучку. Так, флешбокс. Флешбокс бежит. Ханбу, что у тебя в городе? Ну, у тебя в городе тоже, да, бардак. Никто никуда не пошел, никто никуда не выдвинулся. Так, только бы вспомнить, в какую сторону нам лучше выдвигаться. Тудым или сюдым здесь. Да, здесь сюда. Так, здесь больше никого не осталось. Никого не осталось. И им нужно будет через перевал, кажется, да? Насколько я помню, да, перевал и потом с перевала туда. Это в этом месте. А Реанор у нас пошел не через перевал, он пошел через... Вообще через всю, короче говоря, пустыню и вот так, туда тебе. Побежали. Надеюсь, когда они подберутся поближе, у них получится. Так, Ханбу с Даблом идут. Так, вот как раз ворота открылись у нас. Наиболее удобные. Давайте посмотрим за этим процессом, чтобы не понаоткрывали лишнего. Угу. Давайте, ребятки, сюда. Флешбокс самый тяжеловес у нас. Прекрасно. Все. Можно закрывать ворота. Фух. Часть есть. Кто такие? Кто сюда бежит? Что ты здесь делаешь? Что здесь делают бандиты? Эй, алло, гараж. А ну-ка, вояки. Так, файтеры. Ну-ка, идите, наваляйте к этому товарищу. Что он тут делает? Как он сюда пробрался? Непонятно. Так, ворота закрыты. Неужели? А что здесь за заруб идет? Кто кого месит? Ну, своих тут нет. А, собаки. Хи-хи-хи. Развлекайтесь. Пожалуйста, развлекайтесь. Мне не страшно. Так, еще раз, всех воинов взяли. Значит, у всех я все-все-все, наверное, подключаю к чертям. Включу лишь медика через Shift. Так, и давайте вперед. Тут к нам работяги пришли, их хотят обидеть. Мне это не нравится. Так, где? Вот здесь. Как он проник, непонятно. Ну, видимо, когда вот ворота открываются, на такое случается, такой бред. Так, а вы давайте не отсвечивайте. Вы валите отсюда. Угу. Ну-ка. Объясните ему, кто тут. Зачем и почему. Тут приватная территория. Так что прошу удалиться. О, сабли, короче, в блоке стоит. Отражает удары. Ну, ничего, потренируется на тебе зато. Все. Так, давай-ка, сент, сделай дело. Лут. Ну, пойдет. Я, несмотря на то, что тут что-то есть, да, я это никуда девать не буду. Просто покажу, как это можно использовать. Ворованные вещи, ничего страшного. Мы их сейчас покажу, как можно их от них избавляться. Что я сейчас получил таким образом? Получается, фактически, Сейнт взяла с врага все-все-все. Так, это у нас что? А, о, Рипс, ну-ка, возьми-ка ты его тоже и туда же. Просто, чтобы он не отсвечивал, не разлагался. Так, где он? Давай-ка. Тоже туда же. В печь, короче, всех. Сент. Где тут у нас вот это вот место? Ну-ка, давай. Займемся переработкой. Вторсырья. Че, зря эту штуку делал. Так, проверим, как наши инженеры, кстати говоря, то я что-то про них подзабыл. Во, Ренор уже.
Реанор, а ты где? Где все? Ты что, всех обогнал? Или всех... Где все? С тобой же должна была быть бригада. Так, ладно. Этот здесь. Этот где? Здесь. Дабл. Так, дабл. Ага, дабл с Ханбу. Ё-моё, как я вовремя-то среагировал. Так, ну-ка бегом. Давайте через ворота, мимо этих гавриков. Как их вообще не порешали, не обидели, не задели. Вообще непонятно. Давайте через перевал. Он как раз к Реанору. Давайте в кучку. Так, Метару. А, они просто бегут. Реанор их всех обогнал, даже несмотря на то, что был с рюкзаком. Круто. Ну, сейчас соберемся в кучку и как раз выдвинемся остатками нашего. Вот так, попробуем их выделить. Все выделились. Ага, значит, и команда тоже у всех будет принята на передвижение уже поближе к нашему дому. Так, а там тем временем займемся как раз-таки, да, Сент. Ты добралась до этой штуки? Добралась. Ну-ка, давай. Итак, инвентарь. Значит, сюда мы кладем то, что хотим переплавить. Вот это ворованное, правильно. Видите, написано Stolen from Dust Bandit. Зачем нам это надо? Мы просто это дело туда же на переплавочку и отправляем. Включаем питание. И вот сюда вот это дело. Причем можно даже вот такие вещи перегонять, которых металла нет вообще. То есть просто чтобы от них избавиться. От ворованных вещей можно спокойно таким образом вот избавляться. Предметы отсюда исчезают, причем чем больше предмет, тем сильнее он исчезает. Так, давай, ну чуть-чуть быстрее, пожалуйста. Я хочу просто туда штанишки запихать уже. Вот, и превращаются в руду, которую можете по своему усмотрению, как вам надо, уже использовать. Вот так. Перерабатывается нагрудник. Сначала перерабатывается, насколько я понял, все железное. Хотя, опять же, я могу ошибаться. Давайте дождемся этого всего. Переработочки. Вот. Да, как здесь накапливается определенное количество металла, как раз предметы, ну, перерабатываются. Вот, допустим, сейчас деревянные сандали переработаются, и металла не дадут, кажется, вообще никакого. А нет, смотрите, что-то в них все-таки было. В деревянных сандалях использовался какой-то, видимо, металлический элемент, и чуть-чуть металла он дал, чтобы как раз обработалось. Ладно, сент, все понятно. Рипс, теперь твоя задача. Ну-ка, иди сюда. Конечно, бандит, который у него на руках, скорее всего, еще не труп. Так, честно говоря, немножко побаиваюсь. Давайте своих инженеров я проверю. Чтобы они были все, где надо. Угу. Собрались в кучку. Уже все практически почти дошли до города. Давайте-ка дойдем до конца, до города. Во всяком случае, дадим команду на общий сбор. Вот сюда. Так, хорошо. Так, Рипс, тем временем посмотрим, как у тебя дела. Тащит на себе. На горбу бандюка раздетого, возможно, уже и дохлого. Умирающего. Ну и ладно, умирающий так умирающий. Вот просто на самом деле, насколько я помню, можно даже не мертвых туда скидывать, в ту печку, которую я сейчас вам хочу показать. А вполне себе так живых. Угу, особо шустрые уже подбегают. Сейчас мы там закроем ворота. Так, пока Рипс пускай топает сюда, мы посмотрим, чтобы все работяги зашли. Инженеры, рабочие, все здесь. Все до единого. Ну-ка, выберем. Посмотрим, чтобы имен белых на горизонте не было. А были они все внутри. Все, можно закрыть ворота. Так, ну, конечно,
отдел кадров поработал неплохо, но маловато, маловато народа, но все равно. Тем не менее, теперь мы можем назначить постоянных рабочих на фермы сюда, как минимум. Вот у нас будет два фермера. Дабл пойдет у нас нашим портным, я так думаю. Ну-ка, иди сюда, дабл. Давай-ка, посмотри, что тут у нас есть внутри. Угу. Ты будешь портным, дабл. Вот. Митару. Так, что у нас здесь? Да. Кажется, здесь мы можем создать все-таки первые наши... Здесь можно сделать штанишки, я вижу. Угу. Так, все-таки тогда Митару пойдет у нас работать на переработку вот этого дела в кожу. Так что иди сюда, в лавку в кожевенника. Дабл уже принялся перерабатывать ткань. Митару. Да, давай-ка. Угу. Нет, погодите, это не то, это арморкрафтинг. А вот это, кажется, кожевенное, да? Да. Митару, работай пока вот этим, над этим ресурсом. Прекрасно. Так, может быть, здесь можно заказать? Так, давайте, Куэ. Меня интересуют ботинки, где делаются ботинки. Но здесь только лишь, опять же, только всякие разные вещи из кожи. Не-не-не-не-не-не-не. Это всякие разные штанишки и кожевенные вещи. А Clothing Bench что может делать? Это тоже все, штаны и одежда. Так, ну давайте тогда пробежимся, да? Где-то у нас были ботинки, которые... Может, здесь? Нет. А где? Неужели... Я вот изучал, я помню, изучал вот эти вот тапочки, как они называются? Ну-ка, давайте глянем еще раз. У Реонора они точно есть. Не помню, ворованные или свои. Wooden Sandals. Угу. Так, посмотрим еще раз, где мы можем их произвести. Так, сандалий здесь нет. Clothing Bench. Букву W ищем. Ага, вот. Clothing Bench. Значит, мне нужно как минимум 7 сделать именно обычным рабочим, да, чтобы у всех были тапки. Так что давайте проверим инвентарь. Проверим, чтобы ничего ворованного не было. Вот, ворованный раз. То есть одни тапки нужны. От ворованного мы избавимся. Ну, это мой, скажем так, личный отыгрыш. Значит, одну обувь мы нашли, да, которая нужна. Флэшбокс. Вторые тапки нашли. Третьи, четвертые, пятые, шестые, седьмые, восьмые. 8 обуви мне сразу нужно именно непосредственно обычным воинам. А хотя вот здесь... Нет, здесь украденная. Да, все остальное украденное. Воинам я пока ничего выдавать не буду. Так, Рипс, кстати говоря, Рипс не дошел. Еще и с бочкой в руках, ё-моё. Так. Давайте сейчас мы с Рипсом сначала. А, нет, Рипс все еще идет, так что нормально. Так что давайте вернемся к производству. Достаточно любой крафтерский станок, в котором есть QA, да, и в нем можно сразу назначить. Так, значит, нужно сделать Wooden Sandals. Раз. И что, мне каждый раз кликать, что ли, ребята? А нельзя как-то... Вот это дела. Обидно. 3. 4. Ладно. 5. 6. Кого-то такое ощущение, что сам их скрафтил. 7. Так, 8 тапочек есть.
Значит, нужно, значит, соответственно, на closing bench назначить кого-то из работяг, который у нас пока в инженерах. Значит, Метар у нас занимается кожей. Значит, Ларс. Ларс будет заниматься непосредственно тогда... Где у нас? Вот здесь у нас портняжная, да? Вот так. Все, Ларс, в принципе, почти готов. Ну, и чуть-чуть, чтобы быстрее производилась ткань, наверное, я эталы еще отправлю на работы вот здесь. Инженеров непосредственно, кстати говоря, Реанор может прекрасно, допустим, начать работать с колодцами. У него, думаю, это прекрасно получится. У него есть большой сумарь. И думаю, он прекрасно их колодцы отработает. Флешбокс и Ханбу. Значит, флешбокс. Ну-ка, зайди-ка сюда. Так, Реанор. Реанор нужно подтянуть туда, да, чтобы он начал работать. Немножко глючит это все дело. Может, потому что близко находится, может, еще что-то не так. Так, флешбокс. Тут, кажется, был обычный сундук. Был? Был, да, сплыл, да? Угу. Обычный сундук я тут и не построил. Ну, тогда ты его и построишь мне. Так, крафтинг. Сторож. Здесь тоже должен быть обычный сундук. Это наш такой временный склад. Ну, не временный, а основной, по сути дела, склад. Так, и где обычный чест? Сторож чест. На. Вот сюда его поставим. Развернем красивенько. Вот так. Готово. Ханбо поможет. Я хочу просто, чтобы у меня был сундук, в котором у меня будут всякие разные вещи храниться. Так, как у Реанора успехи? Угу. Сразу так хрясь. Колодец целиком выгреб. Только он только один колодец, что ли, обслуживает? Или остальные тоже успевает? Да, один, как видите, работяга с большим сундуком прекрасно разбирается с этим всем. Тут работа идет, делается ткань, которая перерабатывается в кожу, я так полагаю. Да? Перерабатывается? Да. Ну, только ее надо сначала изготовить. Навыки пока слабенькие, так что это будет займет некоторое время. Так, и я хотел все-таки дозавершить работу Рипса. К сожалению, бандит все еще умирает. Ну, мы можем его оприходовать, как я понимаю, да, Рипс? Можем? Или надо, чтобы совсем помер? Давай. Ну, давай его туда. Ну, уже. Нет, надо, чтобы все-таки помер тогда, получается, да? То есть, совсем не трупа еще нельзя. Ну, дождемся. Сейчас. Это произойдет, думаю, быстро. Дождемся тогда. Разложение тела. Так, готова постройка. Давайте. Я хочу флешбокса и Ханбу просто освободить. Так. Угу. Печаль, тоска. Он уже с ресурсами идет. Эх. Сможет он сюда их переложить или нет? Или скажут далеко? Не, слишком далеко. Так, я не то сделал, да? Так, ладно, флешбокс, Ханбу, идите сюда, разгрузитесь. Так, бандюк. Помер? Нет, помирает только. Ну, дождемся. Пока тюрьму я строить не буду. До тех пор, пока не сделаю город публичным, я этим заниматься не собираюсь. Вот сделаю публичным город, тогда да. Так, Ханбу приперся. Нормально. Чё-чё-чё-чё? А, это камень, тьфу ты. Ого, наработали, ребятки. Молодцы, в принципе. Выгрузились здесь. Теперь нужны сундуки. Нужно, чтобы сундуки-то разгрузил. Так, инвентарь. Да. Самый главный сундучник. У нас получается
Ханбу. А флешбокс что, застрял или идет? Идет. А, в принципе, уже достаточно близко находится, так что, чтобы не тянуть время. А, у него ничего и нет. Флешбокса нет, у Ханбу... А, у Ханбу еще остались. Я не того разгрузил, да? Ну ладно. Все равно сундук ты уже отдай свой, наверное. Я так думаю. Давайте Ханбу отдаст сундук непосредственно флешбоксу. Флешбокс, стой. Так, выбрали. Давай. Лутай Ханбу. Тут еще выбрать его попробуй только лишь. Лутай прямо отсюда тогда. Так, у Ханбу забираем бэкпэк. Все. Спасибо за работу. Ханбу отправляется в деятельность важную, приважную. Да, вот через Shift снова нужны исследования. А флешбокс тем временем сначала донесет до конца все-таки сундуки, рюкзаки, вернее. Выгрузит все рюкзаки, чтобы они просто здесь лежали на складе. По необходимости работягам как раз будем выдавать, чтобы они меньше времени тратили на перетаскивание сюда и так далее, и так далее. Рэй, что ты здесь застрял? Что делаешь? Может, поработать надо, не? Давай. Ну, пожалуйста. Вот, ё-моё. Не нравится, конечно, что он застревает. А так, в принципе, вот в одиночку один работяга вот такой с сундуком, да, разгребает, будь здоров. Тут ничего просто не остается. Главное, чтобы он добегал туда иногда. И надо не забыло, чтобы водонапорку чуть-чуть ближе сюда, наверное, строить. 248 воды натягал. Так, может быть, сюда тоже? Не? Ну ладно. Так, флешбокс. Как у тебя дела? Тащишь? Тащи, тащи. Дело важное, дело нужное. Чего? Опять флешбокс. Да ё-моё. Это Ханбу, что ли, туда побежал? Я не могу понять. Нет, Ханбу не пошел заниматься. Флешбокс зато пошел. Твою дивизию. Иди давай, иди, вали отсюда, блин. Ё-моё. Это надо вот так... Что-то проглючивает, протупливает. И все происходит не так, как надо. Он все никак не занесет этот сундук. Вот здесь. Здесь сундук. Давай, беги туда. Так, Ханбу. Работаешь, работаешь. Кстати, давайте технологии обозначим. Да, что мы будем исследовать? Наверное, конечно, аутпост. Type 3, Type 4. Defense. Конечно же, да, вот такие вот вещи. Исследуем. А потом всякие разные. Ого! Можно их еще и улучшать. Ничего себе. То есть не просто взял и купил, да, еще и эти тапки там всякие разные. Не все, конечно, да, но некоторые вещи можно действительно круче делать. Хм. То есть это будет более качественная одежда. Одежда-то одежда, да, вот. Ну, допустим, вот штанишки самурая, да. Очень интересно было бы изучить. Да, наверное, с этого начнем. Потому что это, скорее всего, будет универсальная одежда для всех. Ну, хотя не знаю, я подумаю еще, как снарядить, да, своих обычных людей и воинов и прочих. Допустим, инженеры должны достаточно быстро передвигаться. Так, флешбокс, ты добрался до сторож честа, ты молодец. Наконец-таки, свершилось. Выгрузим все из сундука. Из рюкзаков вообще все. И теперь флешбокс точно так же занимается на исследовании. Вот здесь у нас находится второй станок для исследований. Все-таки ученым есть чем, что еще поделать, да? Это хорошо. Так, здесь ребята работают. Но работают не так, как эффективно, как могли бы. Потому что эффективнее они бы работали бы, наверное, если бы у них был рюкзачок.
А причем им достаточно, наверное, вот такого обычного рюкзака. Вот. И точно так же флику вручаем. Точно так же обычный рюкзак. Вот. Прекрасно. То есть им как раз будет вот воду потаскать, им будет гораздо удобнее именно вот такими рюкзаками, да? А то они там по одной штучке, там по одной водичке притаскивают, бедный несчастный. Вот вода закончилась, сейчас он... Вот флик, ну-ка покажи инвентарь. Вот теперь, да, теперь я понимаю, сейчас как зарядит, так зарядит. Бабах, все. И теперь тут воды просто столько, сколько нужно. И он уже не так будет часто бегать. Точно так же, наверное, дабл и тал заслуживают, наверное, чтобы им вручили флешбокс. Чего ты тут завис, а? Ты лутинг, да? Иди отсюда. Так, дабл. Дабл, да вообще всех, наверное, вот работяг нужно снабжать вот такими вот, какими-нибудь рюкзаками, да, надо снабжать. Вот, потому что они тащат ресурсы и долго будут таскать ресурсы, иначе по одной штучке, да, это неудобно. Так сразу взял, зарядил и пошло, и поехало. Вот, в принципе, основную задачу сейчас тапочную, получается, я выполняю. Выполню, надеюсь. Избавлю всех уже от ворованной обуви. И буду радоваться жизни в хороших новых тапках. О, кстати, Митару даже уже тут кожу переработал одну. А Ларс уже начал изготавливать первые тапки. Ну-ка, покажи, Ларс, чего у тебя там они с собой? Или ты их одел сразу? По-моему, он их сразу одел. Но, тем не менее, ему не помешает. Он производит новые. Здесь всего лишь ткань на вход идет, которая, в принципе, у меня не скапливается. Которую тут же перерабатывают. Вот, ну-ка посмотрим, этал, как у тебя уже. Сразу зарядил, наверное, хорошо ткани. А, нет, не так уж много. Несмотря на плодородие почвы, конечно, да, мы пока... У нас плохие, слабенькие, слабенькие. Товарищи. Рэй, ну что теперь? Ну что ты там, не смог? Давай, смоги. Ну вот, сейчас дабл. Все, что тут насобирали, заберет. Здесь 16. А чего вот отсюда не забрать, нет? Тоже задумываются иногда, да. Не так, как надо. Но, тем не менее, процесс идет. Вот первая ткань появилась. У Ларса, возможно, с собой сандали, да? Да, одни новые сандали уже произведены, непосредственно наши уже. Все идет прекрасно. Дождусь я, пока, наверное, все обуются. Вот, подумаю тем временем, как дальше развиваться. Может, вы что посоветуете? Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был я, Реанор. Пока-пока. Счастья вашему дому и до следующих эпизодов.